Так, ребятки, вот наша маечка, вот наши деточки. Посмотрите, какие они. Конечно, я ждала такой фарбы, как у Майи. Ну, вот такие. Что есть, то есть. Вот такие у нас ребятишки. Один беленький, это девочка. Вот эти, по-моему, тоже две девочки тигровенькие. А вот эти вот два мальчика. По-моему, если я не ошибаюсь. Ну, лежи, лежи, моя девочка, не бойся. Не бойся, лежи, лежи, кошечка, лежи, моя девочка. Лежи, моя хорошая. Я постелила ей. Вчера здесь все было так, но я же не трогаю. Я же не трогаю. Видите, какие. В общем, они еще изменятся, потому что у нас, когда те котятки родились у Софийки, они тоже какие-то другие немножечко были, потом стали меняться, меняться. Но у этих рыжина немножко есть, вот у девочек. У них мордочки такие рыженькие. Но я думала, родиться такая, как Маечка. Не родилась. Маечка выдала барсика. Вот этого беленького. Только это девочка. Видите, как она их закрывает? Но я же не трону, не бойся. Я же не трону. Стой-ка лапкой. Ну, лежи, лежи, моя хорошая, лежи. Я же не трону. Мама же не заберет, не бойся. Мама же не заберет. Мама же не заберет. Что так боишься за них? А, чего ты так боишься? Глазки надо помыть тебе. Не бойся. Смотри, какие они маленькие. Какие маленькие такие девочка. Вот это вот. Такая вот мусечка. Вот такая. Ой, ой, ой. И фыркает. И чё, и чё это? И чё это? И чё это? И чё это? Твоё, что ли? А, видите, у неё рыжина какая. А сама вот такая тигровенькая. Ну, тоже рыжина будет. Да ладно, это твое, конечно, я знаю. Мама не будет трогать, нет. И барс, и барни мы сюда не пустим, и барсика не пустим, да. Эти мои халюси. Интересно, они все разные, абсолютно одинаковых нет. Вот они хоть тигровые, а все равно разные. Ну не бойся, ложись. Прям боится, закрывает. Ну твои, конечно, Май. Надо глазки протереть. Она у нас хорошая мамочка такая. Сегодня у меня в гостях подружка была, уехала. Да, Маечка, скажи, я хорошая мамочка, да. Да, халюсия мамочка. Похудела. Естественно, похудела. Вот так вот. Пускай детки кушают, да. Вот такие у нас карапузики. Вот это вот посветлее. А там потемнее, тигровенькая. Ну, посмотрим, какие они будут. Будем за ними наблюдать. Да, вот она, мамочка, счастливенькая. Да, Маечка, счастливенькая. Не бойся, девочка, не бойся. Все, мама сняла. Сейчас уйду. Уйду, будешь спокойно лежать здесь. Никто трогать не будет. Здесь тепло в комнате. Вот, так что, Маечка у нас не родилась. Как она боится, а? Как она боится за них. Ладно, ребят, я сильно так не буду трогать, потому что она сильно беспокоится. Да, вот она маленькая. Лапочку расставила, чтобы деткам удобно кушать было. Молодец, молодец, девочка. Умненькая мамочка такая. Умненькая, да. Умненькая. Да, ой, маленькие твои, твои. Твои, моя хорошая, твои. Я все-таки думала, будут больше белых. Но это один беленький, надо же. Но мне больше, конечно, нравятся цветные. У нас как-то котята были белые, но вот они все одинаковые были. А когда котятки разные, тогда за ними интереснее наблюдать. Вот эти, они кажутся одинаковые. А на самом деле, видите, который справа, он темнее. Это девочка, которая вот, смотрите, дерутся уже. А которая слева, она посветлее чуть. И рыжина у них тоже есть. Они такие. И есть прям серенький котеночек. Такой серенький. Такой интересный мальчик, по-моему. Вот она прям всех закрывает, закрывает, закрывает лапками. Видите как? Мамочка, хорошая мамочка, Маечка. 5 котяточек, скажи, у нас. И нам хватит этого.
Нам больше, скажи, не надо. Чем их больше, тем проблемнее. Ну ладно, ребятки, сняла вам показать маечку, да. Смотрите, какие у меня сухоцветы красивые. Прелесть, да? Смотрится так красиво в вазочке. Классные. Нравится мне. Раньше как-то я, знаете, не очень так к ним относилась. А сейчас мне понравилось вот так вот. В вазочку и стоят, и смотрится красиво. В общем, буду покупать. Но это от цветов, от букетов, да? Можно было бы выбросить, но мне жалко. Они красивые. Пускай стоят, правда? Очень такие. Доброе утро всем, ребята! Вышли мы с Барнюшей на прогулочку. У нас тепло-тепло, солнце такое, градусов, наверное, ну, 15-18 точно. Тихо очень. Да, Барни? Сейчас пройдемся по этой улочке. Крокусы цветут, красивые. Такие раскрылись на солнышке. Сегодня ко мне моя подружка в гости придет, с которой мы хотели разве поехать, так и не поехали. Ну, может быть, еще поедем, не знаю. А вот смотрите, какие еще цветочки красивые, голубенькие. А с той стороны желтенькие крокусы. Здорово, да, Барни? Скажи, как хорошо уже по травочке побегать, да на солнышке, да тепло. Уже одежда, скажи, не нужна. Нам и так, скажи, хорошо. Такие вот дела. Про маечку вам расскажу. Маечка родила котяток. У нас 5 котяток. Ждала, конечно, я фарбы немножечко другой. Ну, я удивилась, что у нее такой цвет. Обычно кошка выдает, да, себя или кота. Но она себя вообще не выдала. Я не знаю, еще надо внимательно посмотреть. Ну-ка, нельзя лизать. Внимательно надо, конечно, посмотреть. Их я еще не рассматривала. Это было вчера. Она родила. Она, считай, со схватками целый день ходила. Она на следующий день родила. И я с ней сидела, караулила. А никуда не отойдешь, а что делать? Ой, как прелесть. Ой, травка какая. Ой, как красиво. Ой, как хорошо, Барнюшка. Ой, как хорошо, мой котик. И сидела с ней, караулила ее. Она мне спать не давала. Я всю ночь не спала. Вчерашнюю, то есть эту ночь я спала, потому что она вчера родила, а позапрошлую ночь я возле нее просидела в зале и спала, ну, в столовой имею в виду, не в зале. Всю ночь на диване проспала, и она возле меня, и все охала, стонала, мявкала. Ну, я боялась отойти, думаю, знаете, отойдешь, а вдруг она рожать начнет. Роды у нее были не такие прям легкие. Не видите, она первородка, она первого котенка тяжело рожала. Вот. Ну, слава богу, родила. Пойдем, пойдем. И все нормально с котятами. Вот, конечно, я ей помогала. Помогала, надо было помогать, потому что я поняла, что обязательно надо помогать. Без этого никак, иначе котята могут погибнуть. Вот. Погибнут и все. Да, Барнюш? Мой котик. Он еще не видел. Я их поставила в свою комнату, где я шью, чтобы Барни не мог до них дотянуться. Контакта не было. Вот маечку буду выпускать, чтобы она выходила.
Вот, а его пока не надо, потому что он может подходить к коробке и хватать котяток. А я этого не хочу. Да, Барнюш? Скажи, мы этого не хотим. Да, да, да. Травочку полил. Пойдем дальше. Ой, солнышко какое, вам, наверное, ничего не видно. А здесь так тихо-тихо. Да, Барнюшка? Ой, как красиво, скажи, цветочки какие-то маленькие такие. Фиолетовые. Травка уже большая. Ой, как отсели, да? Посмотрите, сколько ромашек. Ой, поляночка ромашек. Какие они красивые. На солнышке, конечно. Красота. Все, пойдем. Барнюша, пойдем. Не надо туда. Очень красиво все. Класс, радуется прям. Вот это все смотришь. Птички поют. В общем, весна весной. Тепло. Здорово, конечно. Вон крокусы какие красивые. Они прям, знаете, раскрылись. Такие большие, вот желтенькие. И сиреневые. Пойдем цветочки с тобой смотреть. Пойдем, мой котик. Тихо так. У нас там только стройки идут. А так, в принципе, тихо, хорошо. Так, Барни, ты мне как-то все... Он перекрутился. Сейчас я тоже перекручусь с вами. Пойдем, мой хороший. Вот ему везде надо посикать, понюхать. Вот так, вот так, вот так. Спинку солнышко греет уже, да? А, что про котят еще хотела сказать. Они совершенно другого цвета. Не такие, как она. Один котенок, правда, в барсика белый. Мне кто-то написал, может быть, это от соседского кота. Это не может быть. Потому что соседские коты, они кастрированные все. Может, а нет. Ну, умудрился как-то. И что хочу еще сказать. Он Василёчек, по-моему. Или нет, так кажется. Такой синенький, красивенький. Остальные такие, знаете, серо, немножко кремовые такие. Но они не пятнистые, они более однотонные. Такие тигровенькие. Ну, в общем, посмотрим, когда подрастут. Сейчас еще ничего не понятно. Они совсем маленькие. Им только еще суток нету. Вот. Будем смотреть, какие. Ну, хорошенькие, интересные такие будут. Мордашечки красивенькие. Мордашечки красивенькие, да. Там, по-моему, 3 девочки, 2 мальчика, если я не ошибаюсь. 2, по-моему, девочки тигровенькие. Девочка белая. Тоже девочка. Ну, чисто белая. Ой, а здесь какие красивые. Прям красулечки. Пойдем. Прям красулечки, цветочки. Посмотрите, какие. Какие. И такие, и такие, и такие. Подснежнички все уже отцвели. Давай, давай, иди. Ромашечки. Вот эти какие красивые, как колокольчики какие-то. Вон какая прелесть, смотрите. Колокольчики, колокольчики. И крокусы прям, смотрите, открылись. Такие красивые. Вон какие. И беленькие, он там желтенький. А вот это прям колокольчики. Это колокольчик, колокольчик. Красивые какие. Да, Барнюш, красиво? Ой, какие красивые. Возле тебя прямо. Прелесть, да? Там, вот видите, эти такие какие-то синевато, а там прям есть такие четко фиолетовые, белые. Так, а вон там он тоже красиво как, под деревом. Пойдем посмотрим. Очень красивые. Мое слово красиво, красиво, красиво. Ну, если мне нравится, действительно, так и говорю. Что нравится, так и говорю. Ну-ка, давай, полей-ка. Красота.
Да? Вот эти вот желтенькие, я не знаю, что это такое. Это беленькие. Красота, правда? Они такие большие, крупные. Да, барни? Стройка идет, шумят. Дом надстраивают. Я думала, его ломать будут. Нет, его надстраивают. Наверное, жить будут или продадут. Пойдем. Ромашки. Ну, сколько много их ромашечек. Вот тут все эти машины постоянно, эти строительные. Вот какие, какая зелень уже повырастала. Вот надо полить, скажи. Ой, желтенький круг красивые какие. Красивые. Какие? Одни, главное. Одни растут. Пойдем, а то тут шумно сильно. Здесь тоже он все в ромашечках. Вообще цветы прям здесь кругом. Идешь, любуешься. Ветер все равно, извиняюсь, за хрипоту свою. Ветер все равно такой, как сказать, солнышко. Вот сейчас ветерок подул. Не так тепло. Он там тоже прям фиолетовые крокусы. Я что-то помешалась на цветах. Ой, возле нас такую елку красивую срубили, я вам уже говорила. Мне так жалко. Вон красавчики стоят. Такие высокие, прям вытянулись. Надо же. Не мелкие. Да, барни? Иди посмотри, какие красивые. Ой, какие красивые. Желтенькие тут тоже есть. Какая красота. Фиолетовые. Вот растут же, представляете, их же никто не садит, они сами растут. Может, посеяли когда-то. Не знаю. Не могу утверждать. Так. А здесь тоже травка такая большая выросла. И тоже крокусы, вон они фиолетовые. Кажется, они разных цветов бывают. Они и желтые, и белые, оранжевые есть. И синие. Ой, у нас никуда не глянь, здесь стройки что-то идут. Там и там. Стройки. Ой, как здесь красиво, хорошо, да, барни? Ой, какие цветочки красивые. И травка. Надо кошечкам травки нарвать свеженькой, чтобы они ее покушали. Они травку кушают, а потом начинают рыгать. Потом рыгают от травки. Смотришь, там нарыгано. Деревья уже цветут, некоторые только почки набирают, а некоторые уже в цвете, прям в цвете. Тут уже почки. Кустики еще голенькие, но тоже почечки уже набухли. А впереди он розовое дерево, прям такое красивое. Уже набрало. Набрал, то есть цвет, нет, набрало цвет, да, правильно сказать. Птички поют. Смотрите, какой красивый. Красивенькие какие. Посмотрите.
прелесть, да? Сюда. Нравится прям прелесть. Какая нежная-нежная. Такой цвет лаванда-роза. Такой вот красивый. Такая вот яблоня или что, не знаю. Но очень красивая. Пчелки опыляют уже. Какие красивые. Расцвели. Давай гуляем. Так здорово прям. Хотела там снять немножечко, но там люди ходят. Перешла дорогу и не стала снимать. Ну да, все цветет уже красиво. И что мы тут унюхали? У нас вот такая вот елка стояла, не знаю, как она там называется. Видите, вот эта большая. Взяли, спилили. Так жалко, я вот до сих пор хожу, не могу. Мне жалко. Все, пойдем. Что там унюхал? Вот здесь грибы росли на этой полянке. Кушать их нельзя, потому что дорога рядышком. Ну, дяденька с собачкой. Нет, 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 нельзя. Нельзя, нельзя, нельзя. Нельзя, увидал. Увидал. Увидал собачку. Да, 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 бежит. Тут же у нас эта клиника, к врачу. Да? Пойдем. Ой, ой, обрадовался. Дерево впереди белое, все в цвету. Мы не знаем, что это за цветы будут. Может, вишня, может, еще что-нибудь. Не знаю. Так, солнышко светит уже. Птички поют. Красота какая, барни, да? Нарциссы это расцветают. Я не могла вспомнить, как они называются. Боже мой. Вот заклинило. Да-да-да. Чирик-чирик. Там тоже цветочки. Ой-ой-ой-ой. Все, давай-давай. Умастились. Зашли на свою улочку. Поднимаемся. У нас тут тоже все цветет красиво. Поднимаемся помаленечку. Ну, тяжело в горах. Да, тебе тоже тяжело? Что там, птичка полетела? Ай, птичка полетела. Ага, увидал, смотрит. Смотрит ребенок. Ой, погуляла так хорошо. Не знаю, сколько гуляли, но так... Хорошо прогулялись. Да? Все, пойдем. Дом наш. Да, и дышать тоже не иду, не могу. Прямо тяжело дышать. Здесь кусты еще голые. У нас уже вот красота такая. Ну, пойдем, все, пойдем домой. Пойдем, мой котик. Папа сегодня на работу пошел. У нас первый день после болезни. Проболел очень много. Так вот.
Ну, он уже день выходил, поработал, он на больничный пошел. Все. Да, пойдем, пойдем. У нас тоже тут цветочки. Вон они какие. Птички цветут. Ой, цветут. Птички поют. Птички цветут. Ой, скази, барнюська. Пойдем домой. Тепло на солнышке, да? Очень тепло на улице. Вот раздевайся. Надо уже теплые вещи убирать. Хотя март еще всякая будет. Все, пойдем. Пошел Паша гулять с парнюшкой. Тоже звал меня. Я говорю, я не пойду. Мне надо до конца долечиться, чтобы я была здоровая, чтобы у меня все было хорошо. Может быть, завтра я и выберусь. Может быть, завтра, не обещаю, но может быть. Такие вот дела.